В Урае направлено в суд уголовное дело по фактам незаконного оборота наркотических средств. Преступление совершили молодые люди по предварительному сговору, сообщают правоохранители. Получив от неизвестного партию вещества, они расфасовали его и попытались распространить. Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотических средств были установлены двое граждан, которые являются жителями Иркутской области. Они совершили сбыт наркотического средства жителю Урая. Всего в ходе обыска у подозреваемых изъято порядка 5 граммов наркотического вещества. Фигурантам предъявлено обвинение сразу по 10 эпизодам преступной деятельности. Наркоторговцы признали свою вину. Максимальная санкция статьи за совершенное преступление предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. Данное преступление относится к категории особо тяжких.